Наденька, привет, это Дима Калиденко. Слушай, у меня проблемы. Захотел сам себе снимать клип, заказал у фермера яблоки, он привез, их очень много. Яблоки нужны были для клипа. Я хотел, чтобы, знаешь, в кадре были яблоки на снегу, ну и все такое. Но вся команда, операторы, визажисты, стилисты и световики, они все улетели вот туда, на другой проект. Понимаешь, и получается, что я подставлен. Клип отменяется, а яблоки есть. Не знаю, что делать, проблема, помогай, выручай. Надо что-то или готовить, или их заквашивать, или, ну, в общем, ты в курсе. Надя, как всегда, выручай Диму Калиденко.